Второй тур региональных выборов во Франции завершился поражением правого национального фронта. Как показывают данные экзитполов, партия не смогла победить ни в одном из 13 регионов, хотя в первом туре лидировала в 6 из них. По предварительным результатам, победа у республиканской партии экс-президента Николя Саркози. У нее около 40% голосов избирателей. За ней следуют социалисты под руководством Франсуа Олланда. Правящая партия заручилась поддержкой 30% избирателей. Националисты – третьи. При этом лидер Национального фронта Марин Ле Пен говорит, что по сравнению с выборами 2010 года поддержка ее партии выросла. Утроив число региональных представителей, Национальный фронт станет главной оппозиционной силой в региональных советах Франции. Оппозиции, которая будет конструктивной, но требовательной. Тем временем лидер республиканцев Николя Саркози призвал не забывать об угрозе, исходящей от националистов. Наши кандидаты во втором туре мобилизовались, но мы ни при каких обстоятельствах не должны забывать о предупреждениях, которые получили все политические лидеры, включая нас, в первом туре этих региональных выборов. Правящая социалистическая партия в некоторых избирательных округах отозвала своих кандидатов и призвала избирателей голосовать за партию Саркози. Аналитики говорят, что это было тактическим шагом в попытке не допустить Национальный фронт к власти. Как предполагается, поддержка крайне правых во французском обществе возросла из-за опасений в отношении наплыва мигрантов и на фоне возрастающей безработицы.